Реконструкция Ленинградского проспекта в Архангельске идет по плану. Подрядчик сейчас прокладывает ливневую канализацию. Работы по расширению проезжей части пройдут до конца лета. Уже в июле дорожники начнут укладывать новый асфальт. Основные работы по реконструкции проспекта планируется закончить раньше срока, до конца 2018-го. При наличии стабильно поставки всех материалов, и если не будут возникать какие-то нештатные ситуации там с коммуникациями и тому подобное. Напомню, работы на Ленинградском проспекте начались в апреле. На его обновление в этом году будет потрачено 140 миллионов рублей.